Мусорные пакеты, перчатки и, самое главное, рабочий настрой. В здании бывшего профлицея прошел субботник. Через несколько лет здание станет культурным центром, но мы хотим уже сейчас начать его показывать жителям города как место будущего дома культуры. И для этого нам нужно было прибрать некоторые помещения, потому что здесь уже побывали вандалы, всячески его, в общем, разрушили за эти годы. Участие в субботнике приняли волонтеры Сибура вместе со своими семьями. Работа нашлась даже для самых маленьких. Не остались в стороне и представители Совета ветеранов завода. Это здание когда-то было очень красивое, современное оборудование, такая чистота, порядок идеальный. Здесь наши дети учились, наши внуки учились, и у многих племянники, сыновья. Вы знаете, это больно, что оно пришло в такую негодность, и поэтому, когда только мы узнали, что будет субботник, мы, ветераны, с удовольствием приняли участие в этом таком благородном, я думаю, что деле. Задача была не из простых. Убрать крупногабаритный мусор, разбитые стекла, подмести пол, вынести старую мебель и заколотить окна. Будет очень хорошее помещение для молодежи, куда мы будем с удовольствием приходить и знать, что мы приложили руку. Когда-то здесь обучали студентов. Потом несколько лет здание пустовало. Сейчас активно собирают информацию о его прошлом. Мы очень уважаем то, что здесь было до. Проводим свое собственное исследование и очень просим подключаться к нему горожан, потому что и нам известно об этом здании, о его жителях мало, хотя знаем, что очень многие жители города здесь когда-то побывали, либо в виде студентов, либо в виде преподавателей. Субботник – только первый этап. Здание преобразуют в рамках программы «Тобольск настоящий» в молодежный центр. В планах уже в августе провести в нем несколько мероприятий. Валерия Петрушенко, Ярослав Прохоров, «Тобольское время».